Всем привет, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который у нас находится на предстарте, Stacrocks микросистем. Завтра будет старт, значит, 7 мая у нас стартует, и в этом видео я хочу показать, как ставить свою рекламу, так как это у нас рекламная площадка. Значит, что нажимаем? Управление баннерами. За вход сюда очень маленький, всего лишь $1, и как бы этого $1 хватит на 1 месяц, если вы не будете там под себя делать еще дополнительные аккаунты. И управление баннерами, и у нас здесь на $1 дается 1000 просмотров. И я сюда заводила $2, у меня, значит, 2000, а доступно кредитов 4000. О, это значит, не так я сказала, на $1 2000 кредитов уходит. Значит, логин ADS, баннер 468/60 и баннер 160/600. Но у меня вот таких баннеров нет, к сожалению. Значит, ну давайте вот нажмем баннер 468/60, и нас перебрасывает. Буду делать все, друзья, в режиме онлайн. Значит, доступно кредитов 400. Купить, так, добавить новый баннер, нажимаем. Один показ баннера, один кредит. Так, значит, и что у нас? Ссылка на прямую, вот что мы будем рекламировать. Я тут подготовила. Я буду ссылочку, вот сначала я вставлю на свой бокс без вложения, который платит хорошо. Значит, сюда ссылочку прямую вставляем. А сюда ссылочку на баннер. Так. Вот это у меня ссылочка на баннер. Сейчас посмотрим, пройдет. Ставить. Так. Вот GIF кончается. Нажимаю добавить. Так. И здесь я... Так. Все у меня, вот мой баннер работает. Все замечательно. Значит, предпросмотр. Так, добавить. И я здесь указываю количество кредитов. Я поставлю 500 кредитов. Активный, так. И нажимаю вот сюда на плюсик. Так, добавлено 500 баннерные показы, и вот мой как бы номер. Так, так, статус активный. Здесь можно редактировать, это удалить, это пауза. Так, и еще я поставлю, опять нажимаю я управление баннерами, и у меня уже 3500 кредитов. И еще я один поставлю. Так. Так. Добавить новый баннер. Значит, ссылочка. Вставляю. И баннер также я вставляю. Так, нажимаю добавить. Так, графическая по указанной ссылке не найдена. О как. Угу. Ладно, управление баннерами. Что у нас здесь тогда? Так, 3500 кредитов, логин ADS. Нажмем сюда. Так.
Так, добавить баннер, логин, ADS. Один показ, 10 кредитов. Это что у нас здесь? Угу. И изображение. Ну, сейчас попробую вот сюда добавить тогда. Так, логин, можно размер до... Ну, посмотрим, пройдет или нет. Тогда буду другой. Вставляю сюда GIF, а сюда ссылочку. И нажимаю добавить. Возможно, тоже не... нет. Тоже у меня не проходит. Ну вот я сделала как бы так. У меня 3500 кредитов. Вот сюда я добавила вот свой баннер. Вот у меня работает. Ну, смысл понятен, да? Как? Вот у меня, смотрите, уже 24 показа. Вот это супер. Значит, проверяем, короче. Значит, и что еще? Ну, как пополнять, я вам показывала уже. Значит, переходим в кабинет. Вот сюда, вот на эту картиночку вы нажимаете, и вас перебрасывают. Вот у меня баланс 2 USD. Вот это последняя активность идет. Завтра будет, друзья, старт. Вот. Значит, так что, кто не пополнил баланс, пополняем. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.